Отдохнуть, набраться сил и поступить на желаемую специальность в университет. Такие планы на лето у Ильи Чугина, выпускника 10-й Самарской школы. Для поступления выбирает между Самарским университетом имени Королева и Московским техническим университетом имени Баумана. В решении этой задачи поможет результат ЕГЭ по математике, который Илья сдал на 100 баллов. Такого достижения добился благодаря собственному упорству и поддержке родителей и учителей. В первую очередь я чувствую счастье, потому что это тот результат, к которому я стремился весь год, и он наконец-то был достигнут. После этого я чувствую радость и гордость. Гордость за своих родителей, за своих учителей, за всех тех, кто поддерживал меня и кто помог мне достичь таких высоких целей. Илью и еще 12 учеников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, чествовали в городской администрации. Глава Самары Елена Лапушкина вручила выпускникам медали за особые успехи в учении и памятные подарки. А родителям учеников глава города вручила благодарственные письма. Всего в этом году более 60 выпускников получили максимальный результат на ЕГЭ, а четверо из них набрали 100 баллов сразу по двум предметам. Ребят, ну а теперь вам оценки будет ставить уже сама жизнь. В своем стремлении к знаниям, в своем стремлении к освоению профессии мне бы хотелось очень искренне, чтобы вы помнили главное, что сохранить порядочность, сохранить благодарность не менее важно, чем узнать что-то новое. После официальной части выпускники пообщались с главой города и задали интересующие их вопросы. Некоторые из них касались развития Самары, в частности, о возможности открытия новых студенческих центров и расширения транспортной сети. А другие спрашивали Елену Лапушкину о личном, о любимых школьных предметах, о том, как глава проводит свой досуг и как прошли ее студенческие годы. Школьная жизнь, безусловно, насыщенная, интересная. Студенческая жизнь – это, конечно, другой этап. Это уже получение профессии. Но, смею вас заверить, она стоит того, чтобы ее прожить. Завершилась торжественная церемония традиционным фотографированием главы города с отличившимися учениками и их родителями. Елена Лапушкина пожелала выпускникам исполнения мечт и достижения поставленных целей. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.